Такая закуска не только очень вкусная, но еще и красивая. Ее просто и легко приготовить. Даже не обязательно ждать повода для застолья. Удивите своих близких этим блюдом на ужин. Отварите яйца, затем отрежьте верхушку и выньте желток. Будущие шляпки поместите в крепкий чай и прокипятите несколько минут, чтобы они приобрели коричневый цвет. Желтки разомните с печенью трески и смешайте с майонезом. Этой смесью наполните яйца. Поставьте их на тарелку с зеленью и накройте шляпками. Подайте закуску на стол. Приятного аппетита! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Отварите и охладите яйца, очистите, отрежьте верхушки, примерно треть яйца, эти части пойдут на шляпки. Аккуратно выньте желтки. Заварите очень крепкий черный чай, процедите его в кастрюльку, положите в него срезанные части яиц и прокипятите под крышкой в течение 15 минут, за это время бейлок окрасится в коричневый цвет. Разомните желтки и печень трески, добавьте немного майонеза, хорошо перемешайте, на тарелку положите немного зелени. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. На зелень поставьте пустые белки, наполните их начинкой, сверху установите шляпки и подавайте на стол, оставшуюся начинку используйте в качестве намазки для бутербродов. Подписывайтесь. Комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Яйца 9 штук, пучок петрушки 1 штука, банка печени трески 1 штука, майонез 3 чайных ложки, чайная заварка по вкусу, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.